Всем добрый день. Готовим слоеные ушки. Нам понадобятся следующие продукты. Понадобится сахар и слоеное тесто. Если у вас покупное тесто заморожено, то его необходимо предварительно разморозить. У меня тесто домашнего приготовления. Готовится оно по этому рецепту легко и просто. Печенье получается воздушное и просто восхитительное. Вы можете посмотреть рецепт приготовления этого слоеного теста на нашем канале. Затем я поставлю ссылку. Высыпаем сахар. Сюда выкладываем тесто. Сверху также посыпаем тесто сахаром. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3-5 мм. Теперь нужно сложить боковые края теста к центру. И немножко прижимаем. Снова насыпаем сахар наверх. Еще раскладываем края к центру. И прижимаем. Теперь складываем тесто, как книгу, пополам. И снова прижимаем. Нарезаем тесто на кусочки толщиной 1,5 сантиметра. Застилаем противень бумагой для выпечки и выкладываем печенье на противень. Выпекаем в духовке до зарумянивания. Когда сахар снизу зарумянится, нужно печенье перевернуть и выпекать еще примерно 7-10 минут. Но это все зависит от духовки. Обязательно нужно следить, чтобы сахар не подгорел. Печенье слоеные ушки готовы. Выпечка из слоеного теста всегда ароматная, воздушная и потрясающе вкусная. Приготовьте их. Они готовятся достаточно просто и легко. А рецепт приготовления простого слоеного теста вы можете найти на нашем канале. Приятного вам чаепития! Спасибо, что были со мной. Смотрите новые рецепты на нашем канале.